И всем здравствуйте, друзья, с вами Олег, и вы на канале Perfect Gamer Play. И я рад вас всех приветствовать на очередном прохождении мутантов. Но перед тем, как начать просмотр, дорогой друг, ты уже все знаешь, нужно подписаться на канал, поставить лайк. Ну а мы погнали, всем приятного просмотра. Так, тут уже у нас, смотри, тропинки какие-то исследовать. Ну-ка, давай-ка посмотрим, что такое. Эй, зацени, видать разбилась. Смотри, у нее на боку странный знак, похожий на звезду. Так, там кто-то рычал, блин. Так, я думал, ты лутецкий там какой-то найдешь. Но пока что вроде бы ничего. Так, а тут что у нас? Так, там у нас уже, смотри. Хорошая новость, мы добрались до хижины Хэммона. Плохая новость, что здесь есть враги. Так, давай-ка спрячемся или обойдем как-нибудь. А на крышу нельзя залезть и вальнуть их, походу, нет. Хэммон, расскажи, зачем это барахло? Это барахло все наше. Так, подожди-ка. Так, а если его вальнуть? Так, давай-ка го сюда. И, допустим, выстрелить. Ну давай. А еще разочек. Так, теперь за Бормина, да, играем? Так, давай-ка гоу сюда. Так, давай-ка попробуем выстрелить. Ваншот, нормально, топ. Топ, враг вас услышал. Ну да. У утки-то арбалет. Вызывают подкрепление. Вы чё, охренели, что ли? Так, давай-ка. Ой, что я сделал? Давай попробуем выстрелить. Так, 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 так. Давай-ка вовнутрь. Потом мы еще, да, сможем в него выстрелить. Я думаю, мы его добьем потом. Лучше занять укрытие. О, блин, это плохо. Я думал, у нас еще будет попытка выстрелить, твою мать. Так, надо его поднять. Подожди, я хочу поднять утку. Как поднять утку? Я что, зря ход использовал, что ли? Охренеть, за ход посчиталось. Ну все, слив, короче. Так, давай-ка загрузим последнее.
Так, давай-ка. Сохранимся здесь. Reached Heaven's cabin. Bad news is there's two friggin' ghouls casing it. We take everything. Так, тут уже какие-то поцы. Так, давай вообще вот тут где-нибудь заныкаемся. Так, давай-ка за каменюгу Бормина. В недосягаемости, а он... Так, а если за утку? Так. Давай крену кинем ему туда. А чё бы нет? Блин, хату разнесли. Ну, а чё ты не хочешь выстрелить-то? Потому что, блин, Бормин... Не может стрелять так далеко. Ладно, тогда остается, что нам, пропустить ход. Пропускаем ход тогда. Мародеры. Этот с саксофоном бегает вон на спине. Че, подкрепление подозвал, что ли? Охренеть, короче, нам хана, наверное, друзья. Выстрелить. Во, хорош, хорош, реально. Not so bad. Так, а есть еще грена у нас. Давай сюда, прям в него. Все хп-то ему навряд ли не снесем, а вот... Подожжем его, если... А че он так слабо погорел-то, алло? А че он слабо погорел-то? Ну пипец вообще, блин. Нам просто повезло, что он промазал. Хотя навряд ли нас это спасет. Ну-ка еще бы. Так, не можем, да, на утку переключиться. Ну давай его. Все, минус. Блин, Бормин у нас все поиграл, друзья. К сожалению. А, нет, он в утку выстрелил. Блин, Бормин танкует. У нас даже нету, чем реанимировать его, поднять. Нет, это без шансов, друзья. Плюс ход теряем на перезарядке. Ну давай, 100%, да? Снесем мне. Блин, если полные хп были бы, друзья, вообще бы на изи, мне кажется, бы затащили. Так, противник что-то затупил. Это тоже. Слушай, это наш шанс, наверное. Теряем ход на перезарядке. Так, у кого бы нам выстрелить? В тех нельзя, да, наверное. Ну, давай в этого. Что такое? Стрелок с гранати наносит критический урон, но вероятность снижается. Ну, давай, была не была, попробуем. Перезарядка, мутация, окей. Ну толку, хп у него осталось. Хпшек-то у него осталось. Так, куда какой что-то тупит. Может. Так, отлично. Есть шанс затащить. Так. Может быть удрать, как ты думаешь? Или перезарядиться?
Давай-ка перезарядимся и... Есть минус. Так, если этот нас не сваншотит сейчас, то у нас есть все шансы выиграть. Так, перезаряжаемся. Ну, если этого в сваншоте нет, попадет. О, мимо, это все. ГГ, друзья. О, еще подкрепление подозвал, ты прикинь. Он еще подозвал подкрепление. Ну а толку туда, мы даже отступим. Попадешь? Нет. Есть, отлично. Короче. Так, сейчас наш ход должен, да? Так, перезарядить. Ну, попади, пожалуйста. Все, 100% ГГ. Вот, блин. Ладно, давай-ка переиграем. Итак, дорогой друг, решил я вне записи все-таки сходить в ковчег, вернуться в ковчег. Я купил пару аптечек, и знаешь, сколько стоит одна аптечка? Стоит 55, аж мать его лома, ты представляешь, за одну аптеку купил. Я, в общем-то, две штуки, вылечил я нашего Дакса, утку и Бормина. И решил я немного поменять тактику. Сперва убить вот этого саксофониста, ихнего трубача, который зовет подмогу. Но и слушай, я так вот думаю, мы с тобой вот в первый раз... могли бы затащить, когда вот проходили, если бы не кинули бы коктейль Молотова, и если бы он бы отнял бы больше бы хп. Но, к сожалению, потерпели неудачу, и я вот решил все-таки вот переиграть, как ты видишь, и вальнуть трубача. Только так, давай-ка я сохранюсь, чтобы это все у нас не откатилось обратно к ковчегу. Так, давай подкрадемся, я не знаю, они так не должны нас увидеть. Так, уточку спрятали. И давай, наверное, Бормина где-нибудь спрячем в засаду его вот тут за деревом. Потому что у него дальность поражения выстрела как бы меньше. А у Дакса нашего побольше. И еще давай взглянем по пушкам, что у него тут может быть. Этот урон 4, давай, наверное, вот это заюзаем, урон все-таки 6, крит повыше и так далее, уже другое дело. Ну чё, давай в засаду и будем валить тогда первого шамана, друзья, мне так кажется, чтобы он не подозывал подкрепление, хоть игрока вас не заметили. Так, если задействовать этого персонажа, он вступит в бой, если его не трогать, персонаж будет, ну, давай, наверное, активируем его. Окей. Так, а с этой пушки, если... Дальность минус 50, а у этой та же самая, да? Давай за нее бахнем, еще ни разу не бахали. О, просто хорош, ну правда хорош. Так, еще наш ход, да? Так, надо бы его попробовать с выстрела. Вот если мы его вольнем, вообще шикардос будет, друзья. Ой, отлично, все, теперь никакой тревоги не будет. Тактика просто офигенно, друзья. Просто охеренная тактика. Вот у нас с тобой была какая-то тактика, и давай ее придерживаться. Получили урон, да? Так, охотник. Охотник, что он там делает? Грену кинуть? Нет. Можем переключиться на Бормина, но мне кажется, он далеко, да? Да, давай обратно на Дакса. Перезарядимся, тогда придется
потерять ход, но ничего не поделаешь. И... давай-ка его с черепоколом. Нет, шанс понизится. Ой, хорош. Блин, но мало урона. Так, Дакс далековато у нас. У нас один ход остался. Давай, наверное, его вот сюда перепрячем. Будем сближаться. Я бы, если бы честно, я бы уточку бы нашу подальше бы спрятал. Ой, просто хорош, хорош. Друзья, это достойно лайка. Я думал, промахнется. Ой, отлично, вражина промазала. Так, давай уточкой перезарядим и бахнем даксом. Дальность все-таки хорошая. С одной пулюхи попадем, если ту заберем, но нет, к сожалению, нет. Так. Так, а у Бормина что? Требуется перезарядка, но давай поменяем пушку. И из этой бахнем. Мимо. Слушай, какой фартовый, а? А вот он попал. Не, ну ты мне завязывай, Бормин, ты чего? Так дело не пойдет у нас, ты че? Ну а ты снайпер, ну ты че, блин, тоже мне снайпер. Я вот удивляюсь, на прямой линии огня и шансы там всякие непонятные. 75% попадания, хотя он стоит, может стоять вплотную, вот, например, как в прошлом замесе. Не, ну... так вообще 25, да? Давай была, не была. О, хотя зачем я заюзал? Мы бы... так и так бы его бы убивали, если попадали, а так я только понизил свой шанс. 25, а с этой пукалкой... нет боеприпасов. Ну, давай перезарядим, мужичу. Тоже 25. У этого 25, крит 15, у этого 5. Ну, давай. Огонь. Наконец-то с 20-тысячного раза попали, друзья. Так, левел ап. Просто топ. Просто топ левел ап. Слушай, и чё тебе? Так, давай все уже прятаться не будем. Кря-кря. Так, давай-ка... на Бормина. На Бормина. А уточка что не идет? Ой, утя. Follow me. Давай, follow me. Так, давай-ка прокачаем нашего Бормина. Так, что у него тут есть-то? Мутации. Так, это что такое? Использованное второе ОД. Вы можете обнаружить себе скрытый запас сил и выполнить дополнительное действие. Это, наверное, как ход. Цена 4, а у нас сколько? 2. Ну давай, наверное, вот это. Слушай, ну неплохо, да? Как бы лишний ход. Ну пока все топ. Так, давай-ка залутаем тут все. Я бы не отказался бы от аптечек. Вот, кстати. Что такое? Дальний обзор, давай-ка посмотрим. Этот, похоже на трубу предмет, может приближать удаленные предметы. Если вас прижмут к стенке, им можно по лбу треснуть. Плюс один. Используйте очки артефактов для покупки улучшений ковчега. О-о-о. Это дальнозор Хэммона, давай его в упыри поднесем, пока упыри не заметят. Его неправильно назвали, это же настоящий уменьшитель. Когда я в него смотрю, все становится маленьким и далеко. Удивительные штуки делали эти люди. Да-да, друзья. Дорогая, я уменьшил детей, да? Так, давай, лом. Друзья, лом на вес золота, серьезно говорю. Судя по цене за одну аптечку, я был очень неприятно удивлен. Лагерь псов зоны. На паузе, друзья, можете, пожалуйста, прочитать. Так, а мы тут полутаемся. Так, еще вижу лом. Лом, обычный лом. А какой еще есть лом-то, друзья? Так, давай-ка. Я не хочу прятаться. Я хочу войти внутрь. Так, тут что такое у нас? Давай-ка посмотрим. Разбитая электроника. Лом 8. Так, вроде бы все. И тут у нас письмо, что ли. Стопку записок. Ну-ка, давай-ка глянем. —
Упыри Зоны вынесли домик, подчистую, не оставив почти ничего ценного. Хорошо хоть, что упыри не умеют читать. На дневник Хэммона. Были там какие-то координаты. Мы с Даксом тоже невеликие чтецы, но полезли в дневник за ответами, в итоге найдя только новые вопросы. Хэммон пишет, что нашел разбившуюся машину рядом с этой стоянки. Он уверен, что машину отправили с посланием из какого-то сказочного места за пределами зоны, из некого Эдема. Потом Хэммон заметил еще одну машину, павшую на севере. К ней он и отправился. Я закрываю дневник. С Эдемом есть одна неувязка, это выдумка. Такие сказки мутанты рассказывают друг другу перед сном, чтобы лучше спалось. Так что или Хэммонд что-то знает, или у него мозги попорчены гнилью. Нам придется это выяснить. Мы с Даксом должны отправиться на север дальше, чем когда-либо заходили. Это опасно, Дакс считает, что я сошел совсем с ума. Не могу с ним не согласиться. Блин, как же все заворачивается-то. Пойдем тогда искать Хэммона. Другие эти машины. Мне плевать на этот дурацкий Эдем. Нам нужно найти Хэммона, а если он ушел на север, то мы пойдем за ним. Так, новая информация, взгляните на карту. Если он пошел на север, то точно расстрелял все свои мозги Бормин. Так, туда никто далеко так не ходит. А что парочка сталкеров те? Они выполняют приказ, как и мы. Ковчег без Хэммона не может, потому что мы должны его вернуть. Тем более, что упыри зашли так далеко на юг. Интересно, что они задумали? Упыри слишком тупые, чтобы что-то задумать. Их кто-то сюда гонит. Я это перьями чую. Так, давай-ка взглянем на карту. Так, ну вот метка. Чего? 20-й левел требуется? Ну ты совсем, что ли, спятил? 20-й левел, друзья, он у нас 6-й. Ну ладно. Погнали. Слушай, а по улучшениям у нас ничего, так сказать, нету? Так, это что такое? Бомба. Но она почему-то у нас как этот... Новый предмет отображался в инвентаре. Не знаю почему. Так, а судя по всему, нам идти в ту сторону. Так, подожди-ка. Разбитая электроника. Так, мы вроде бы подбирали. Или из-за сохранений, наверное, оно откатилось. Так, у нас есть две аптечки. Это неплохо, друзья. Это очень даже неплохо. Иногда перед наступлением стоит отступить, чтобы успеть вылечиться и перезарядиться. Вот-вот, именно, друзья, как мы с вами сделали, да, когда я... Сгонял быстренько в ковчег и скупил аптечек и заюзал их. И мы с вами вообще на изи прошли, просто придерживаясь какой тактики. О, слушай, мы так далеко от ковчега ни разу не уходили. Настоящие неизведанные земли. Думаешь, все упыри остались позади? Нет, я вот тоже в этом сомневаюсь. Так вот, придерживались какой-то тактики, друзья. Убили вот этого шамана, который призывает других своих союзников, упырей, там, не знаю, мутантов. И, в общем-то, стало намного легче. Так, смотри, там какой-то домик, но туда как-то, я думаю, можно попасть. Так, давай-ка взглянем на карту, что-нибудь поменялось. Так, а это локация шоссе, да, у нас? Ну, окей, окей, будем продвигаться дальше. Так, смотри-ка, палатка какая-то, друзья, вся заросшая, обычный лом. Какой еще лом есть, кроме обычного, друзья? Вроде бы мне не попадался. Виды другого лома. Так, какие-то шаги я слышал. Видать, у меня мозг загнил. Неужто передо мной прекрасная женщина? Стоп, эта прекрасная женщина мне знакома. Это сталкер. Ну, оба, идем к ней тогда. А она дружелюбна или агрессивна к нам? Ну-ка, вроде бы норм. Ближе не подходите, вы кто? Ты ведь Сельма, да? Тоже мутант, как и мы, только из команды Хэммона. Я должна вам денег? Нет. Я убила твоего брата? Нет. Тогда да, я Сельма. А вы кто? Я Дакс, а это Бормин. Да ладно тебе, разве в ковчеге полно прямоходящих селезней?
какой говорливый, только я и не из тех, кто чешет язык со слизнями. Ты ведь из шайки Хэммона, почему ты не с остальными? Сама толком не понимаю. Мы все услышали непонятные голоса, говорили не в зоне. Я прямо в наших головах, а потом на нас набросились упыри. После боя я почти ослепла, меня скрутило, я едва могла идти. Сказала Хэммону, что догоню его, когда приду в себя. Два дня меня крючило, но сейчас попустило немного. Хэммон ушел на север, к месту крушения. Он ищет железную птицу. Птицу железного Адема, да. Если Хэммон считает, что Адем есть, то он есть. Точно говорю. Так вы, ребята, тоже ищете Хэммона? Да ты спятила, хочешь зайти дальше на север? В упырей центр? Да нас там положат. Сколько упырей пыталось меня убить, а я все держусь? Ну что, берете меня в свою шайку или как? О, давай, давай, конечно. Это было бы круто. Сельма присоединилась к вашей экспедиции. Да ты чё, давай со Сейму поиграем. Так, ее можно, смотри, тоже как бы вроде бы прокачать, да? Мутации. Сколько у нее очков навыков доступно? Аж 7. Поднимаем ОЗ самим собой. Усилив физические функции организма, вы можете навсегда... Дальность броска. О, то, что надо. Так, 4 у нас еще очка, да? Так, усилив физические функции организма, вы можете навсегда поднять максимальное здоровье на 1. Это мы сможем сейчас качать, либо так на это нам уже ничего не хватит. Давай берем это. Поднимем здоровечко, так сказать. Слушай, а по снаряжению, слушай, у нее пекаль с глушителем. Вот это я считаю круто. Можно будет считать, что это самое. Скрытно убивать, не выдавая своих позиций. Мне это очень нравится. А интересно, она у нас будет на постоянке или нет? Слушай, но для мутанта она очень хорошо сохранилась, как для человека, мне так кажется. То есть у нее все очертания как бы человека. И я считаю, что это норм. Так, лутецки, лутецки. Слушай, а вдруг мы ее сейчас будем прокачивать, она потом исчезнет. А мы дадим снарягу и так далее. Ребята, я нашла тайный путь, только гляньте. Так, подожди-ка. Налево, направо. Давай-ка взглянем на карту. Так, это мы, либо, я не знаю, вот пойдем вот сюда, вот в эту сторону, где вроде бы как вертолет, лодка, что ли. Лодка-вертолет, либо вот сюда в какой-то туннель. Даже не знаю. Так, давай-ка подберем. Тут что-то есть. Слом, наверное. Взять записку. Руководство по эвакуации. Эвакуационный маршрут D-1 Hero. Друзья, пожалуйста, на паузе. Давай пойдем тогда направо. Пошли тогда направо. Как говорил Маугли, мы пойдем на север, а мы пойдем на юг. Ё-моё, тут кости какие-то. Так, чё за землетрясение? Подожди, обочки. Так, выключаем фонарик. Давай-ка гоу скрытно. Так, тут ничего нету. Там не как собаки, да? Не как собаки. Ого, с таким барахлом мы станем королями блошиного рынка. Смотри, какие странные механизмы. Как думаешь, откуда вот такие берутся? Так, ребятки, сейчас бы... А я хочу наверх залезть. Я могу. Они же не смогут собаки залезть. Так, давай-ка теперь. Ты чё? А мы не можем все залезть, что ли? Во-во-во-во-во. Все, засада. Засада. Эй, женщина, ты чё, блин? Ну, давай-ка. Практически половина. Но они не должны на горку, да? Ну как ты мимо? Ты чё, сейчас каждый выстрел нам на вес золота, так сказать. Бормин, как всегда, блин, далеко. Ну-ка, а пушку поменять всё равно далеко.
Беги, стреляй. Ну-ка, давай-ка заюзаем, что такое? Нельзя, да? Ну, пропускаем. Подожди, а можем переключиться? Нет, ну, пропускаем ход, что поделает-то, блин. О, сейчас шавка цапанет нас, а. Ой, глупо я разыграл, конечно, я не спорю. Слушай, а им как бы этот... Не хватило псинам ходов. И есть. Просто кросс Борвин шотил. Нет патронов. Переключайся на пушку. Нам сейчас не этого самого. Каждый выстрел дорог. Так, еще один ход, да? Блин, но эта псина все равно не отлетает. Нихера себе. Половину хп нам откусила. Я бы удивился, если ты промазала бы. Level up. Так, ну все, давайте, ребятки. Так, ну слушай, надо подлечиться, половина хп. Так, а я могу сразу перезарядить, например, пукалку? Так, давай-ка подлечим. Так, утка наша. Так, ну, в принципе, хпшек нормально. Просто сейчас аптечку, блин, заюзаем. И потратим зазря, чтобы один кубик здоровья вылечить. Вот я бы пушки бы перезарядил. Вот как это бы сделать? А что это шапка? Дальность оружия. Слушай, я бы, наоборот, бы это бы убрал и заюзал бы это Бормину. Вот серьезно говорю. Для его нового ружья. Блин, так угарно выглядишь. Тебе вроде бы нормально, более-менее так еще далеко стреляет. А вот Бормин вообще коротышан у нас. Так, спрятаться, спрятаться. Так, кстати, давай-ка в нормальную стоечку. Так, оба-на. Че тут у нас? Оба-на. Плюс 20% вероятности критического попадания при атаке с возвышенности. Прикольно. Сейчас заюзаем. Разбитая электроника. Лом, лом. Так, а на кого заюзаем? Давай, наверное. На уточку. Блин, как же она сейчас вообще охеренно выглядит просто, друзья. Ой, блин, просто игра. 10 из 10. Дорогие друзья. Так, спрятаться. Так, там переход к следующей локации. Но я пока не хочу, подожди-ка, переходить. Есть у нас тут еще что-нибудь? То вдруг я пропустил. Наверняка что-то есть, потому что, смотри, тут кучу домов всяких. А слушай, этот мы домик с тобой видели на том берегу, да? Мы с тобой зареспаунились где-то там, да. Слушай, ну, нашли лома, неплохо. Детская площадка. Так, и сейчас мы с тобой переместимся на другую локацию. Так, у этого поца есть что-нибудь? Ничего нету. Ну, давай, наверное, гоу туда. Не знаю, так короткий путь или нет, но сейчас мы с тобой посмотрим. Так, а могли бы, да, либо пойти налево и оказаться, не знаю, подземка, какая-то тоннель. Слушай, ну, по сюжету и с нам идти там требуется... 20-й левел. Я говорила с Ирди, она рассказала мне про древнюю машину, которая просто так лежит в зоне недалеко отсюда. Сказала, что машина якобы упала с неба, разбилась о землю и рассыпала вокруг огромное количество плюшек, друзья, своими словами добавим. Так, будем-ка осматриваться. По хп вроде бы все норм. Одна аптечка есть. Локация Падший Ангел, что ли, называется? Ну-ка, давай-ка глянем. Да, Падший Ангел. Так, так, так. Тут ничего у нас нету. Блин, как же все прорисовано красиво. Так, вижу перца. Так, выключаем фонарик. Впереди упыри. Ищу полезный хлам на месте крушения. Давай, давай-ка, наверное, сближимся. Ну, подожди-ка, то я, наверное, давай за Бормина.
мальчики. Так, все, Бормин. Прячься тут. Так, уточку. Блин, я хотел Бормина за камнем спрятать. Тута. Короче. Надо валить. Если попадем, то вон шон. Слушай, но прямая, как бы, вот он перед нами стоит. 75%. Почему шанс от попадания? Я вообще никак не понимаю. Так, давай-ка, ребятки, перегруппируемся. Добыча. Бормин, что ты там встал? Бормин. Stay back, guys. Бормин, ты норм? Hey, guys, come here. Ну-ка. Ты мне этого и... Завязывай давай. Так, так, так. Разбитая электроника. Берем. Лома 8. Ух ты, это что такое? Хипстер-тестер фруктов. С одной стороны. Так, это плеер, да? Используйте. Как, так, это артефакт. Его, короче, можно будет выменить, я понял. Так, 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 подожди, отходим, 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 отходим. Короче, засада. Блин, слишком далеко. Ну давай, только не промахнись. Так, кормим. Так, из этой пухи столько нанесем. А, из этой ваншотнем, да? Давай тогда из этой. Красава, Бормин. Вообще ты топ. Враг вас услышал. Да ты чё? Только вот, а где враг? Я вот не вижу. Давай сюда. Оба-на, вон они все. Противника. Так, ну они тоже будут сближаться. Хераси, у него хп, ты чё? Вот это, друзья, папандос. Вот это папандос. Слишком далеко. Давай за дерево. Хоть какое-то укрытие. Так, и... Нашу новую спутницу давай, наверное. Вот сюда тогда. Так, для Бормина это далеко. Давай-ка под КДшем тогда пушку. Так, нашу утку, может быть. Да не, давай, наверное, пропускаем ход. Ох, сейчас он бахнет нам, наверное. Просто пипец. Ой-ой-ой-ой-ой, это было больно. Походу, не затащим мы. Это еще кто? Не, это без шансов затащить, друзья. Так, а если кинуть Грену? Как бы троих шотнем, да? Давай лучше сделаем так. Так, хоть. Так, нет, а из пушки... Блин, нам бы минусовать бы их, друзья. Так, сейчас уткин ход, да? А, нет, противника. О, сейчас шотник, наверное.
to die, Stucker! Fancy! We need it! Ну давай, ускорь ход. Это еще кто? Не, друзья, я, наверное, загружусь, потому что это вообще какая-то дичь полная. Итак, дорогие друзья, все-таки я вернулся в ковчег и прикупил еще одну аптечку, но больше нам не хватило. И давай, наверное, вот здесь где-нибудь устроим засаду, я не знаю. Вообще бы по-хорошему медбота бы вальнуть. То он будет и хп резать вражине своим союзничкам. Так, слушай, а вот тут вроде бы неплохо место, да, как бы для атаки. Так, Бормин, ну-ка, где-нибудь спрячься. Вот тут, например, утка наша почему не может спрятаться здесь за деревом? Ну окей, давай здесь тогда тоже. Где-нибудь местечко будет? Нет, на виду. Тут на виду. Как бы сделать? Я не совсем понимаю, этот человек сделан из железа или это железный человек? Ладно, давай уже фиг с ним, попробуем так спрятаться. Блин, друзья, а что если мы его не сшотим и поднимутся по тревоге вот эти все остальные и просто нас зажмут? Но может быть их первых вальнуть? Блин, ну потом некромант этот загрится, да? Блин, как сделать? Мне кажется, вообще нам сюда рановато, по идее, друзья. Может быть, нам и рановато. Так, лоб. Взять записку вертолета для эвакуации. Вот их координаты. Слушай, давай-ка, может быть, охотника вольнем, а? Почему бы и нет? Давай, го в засаду. Блин, уже не было времени прятаться. Так, давай-ка выберем утку. Я надеюсь, ты не промахнешься в упор. Так, теперь нашу новую спутницу. Блин, но это все равно не ваншот, друзья. Ты прикалываешься или ты сейчас серьезно в упор промахнулась? Пипец. Булзай. А, враг нас не услышал, да? Это неплохо. Так, давай-ка тогда сохранимся. Враг нас не услышал. Я думал, сейчас агрится на выстрел. Hey, over here. I'm going alone. Так, 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 как бы поступить дальше? Get your asses over here. Как бы поступить дальше? Разбитая электроника, лом. Так, давай-ка попробуем спрятать Бормина и, не знаю, поместиться за такой камень или нет. Так, утку нашу тут спрячем. Так, нашу новую спутницу здесь. Так, а что это нам даст? Ну, давай попробуем тогда так разыграть. Попробуем разыграть так. Так, давай-ка выберем утку. И давай, может быть, закидаем гренами. Урон должен добротный проходить. Четверых как бы, да, задеваем. А мародера мы бы вообще бы шотнули, если достали. Так, подожди-ка, подожди-ка. Давай-ка я, наверное, вот сюда поближе. Это заход, да, посчитается низкого укрытия.
Попробуем вот так вот тогда теперь. Так, у нашей спутницы тоже, да, грена есть вроде бы. Так, давай-ка сменим. И вот так вот. Мне кажется, это самый благополучный вариант. Так, наш Бормен достанет до кого-нибудь или нет? Так, придется его переместить. Переместить, наверное. А давай мы, если, может быть, назад отступим. Или никуда мы с тобой отступать не будем. Ну, давай сюда. Так, враг нас не заметил, а значит, у нас еще будет ход. Ну, давай выстрелим. Есть. Так, пару аптек у нас еще есть, как бы должно пройти все норм. Ну, урона мы тоже получим. Причем нормально так. Минус дакс, капец. Охренеть, охренеть. Вот сейчас, да. О, все, пошел поднимать своих. Это плохо. Так, давай, наверное, выберем нашу спутницу. Из нее, наверное, бахнем по псине. Так, поэтому теперь так давай-ка выберем вот эту пушку. Бьет помощнее. Блин. Не сшотим мы его, наверное. От противника. Мародера поднял, блин. Это плохо. Это плохо. О, промазал, нам повезло. Так, у нас есть еще одна аптека, если что, да? процентов шансов попасть. Есть, просто хорош. Блин, надо медбота шотить. Серьезно говорю. Так, так, так. Коктейльчик у нас остался. Где медик? Там, а, да? Или чё, подождем их? Так, давай-ка, наверное, дакса тогда подлечим. А они пускай сближаются, тогда я не знаю. Куда пошел, алё? Ой. Ё-моё. Блин. Скот. Просто скот. Так, а он неуязвим, что ли? Так, давай-ка откадешимся. Какого хера ты, Бормен, отошел-то? Слишком далеко. Может быть, мы подойдем сюда, и он нас не заметит, типа, и у нас будет возможность еще раз выстрелить. 50% шанса попадания. Он, естественно, промажет. Ну, чтоб сомневался б нафиг. Охренеть. Охренеть просто. Все, это ваншот. Хреновы ублюдки просто.
Ну это мы еще танканем, наверное. Так, а Бормин слишком далеко. Кто бы сомневался. А так. А так, норм. Ну, естественно, сейчас промажешь, да? Хотя нет. Так, и что, наша девочка добьет? Если попадет, то добивает. Отлично. Ход противника. Так, ну вот этого. Так, так, так. Я бы даже, наверное, бы отошел бы подальше. Слушай, а что, если отступим и пофармим? Давай пропустим ход, а Бормина перезарядим. Блин, надо было нам перезарядить эту нашу спутницу. Попадет? Оба. Твою же ж мать. Ну, Бормин, давай. Отомсти за всех. Слушай, Бормин затащил. Появились новые предметы в магазине Ковчега. Так, все, отлично, бойцы поднялись. Это просто хорошо. Появились так новые предметы в магазине. Так, надо будет посмотреть. Так, так, так. Давай-ка быстренько пошаримся. Что тут есть? Так, аптечка. Лом. Это просто хорош. Химический факел. Не знаю, что это такое. Детали оружия. Добыча. Лом. И апнем наших героев. Но жестко было, серьезно говорю. Уже какую только с тобой тактику не поперепробовали. Так, что такое? Ну-ка. Вау! Прикольно. Пушка, друзья. Сейчас глянем статы ионы. Так, слушай. Сельма, ты ведь много чего интересного видела в зоне. Так, давай гоу за мной. Редкий лом, смотри. 8. Сломанное оружие. Деталь. Ну-ка, чё-ка тут в ящичке этом. О, жилет сталкера. Нифига себе. Бронька плюс 1 и хпшки. Таких жилетов в зоне полно. Слушай, мы такого уже вроде бы находили. Так. Детали оружия. Так, вроде бы все бы, да, смотрели. Так, вон там я еще что-то вижу. Это, наверное, от того охотника, да, лут выпал. Детали оружия. Блин, жалко его, но пушку вот нельзя поднять, вон она валяется. Так, еще вот тут что-то есть в железной птице, как они называют. Бинго, что там? Шлем. Шлем исследователя. Носитель неуязвим для критических попаданий. Прочный шлем, когда-то использовавшийся древними первопроходцами во время исследования неведомого. Крепкая конструкция надежно защищает владельца от критических попаданий. Хронис Медекс. Отлично, берем. Нифига себе. Так, обследовать. Что такое? Занятно, я видел ковчег, книжку древних. Так они носили точно такие же доспехи. Сломанное оружие. Так, а доспехи ты бы не хотел бы его и поднять? Так, еще лутецкие. Неплохо, неплохо. Так, ну, друзья, вроде бы... Давай-ка быстренько пробежимся по этой локации. Но мне кажется, мы уже тут все исследовали. Так, броник точно такой же. Так, давай-ка оденем на нашего
Бормина. Так. Ну и давай на нашу новую спутницу оденем этот вот шлем. Так, и по оружию. Давай, наверное, мы и поставим еще вот этот вот пистолет. Кстати, он бесшумный. Или вот этот. Подожди-ка, теперь у нее есть тот и тот. Ну, подожди-ка. Это даже слабже, да, будет? Патронов минус 2, крит на 5 меньше. И критический урон тоже меньше на 2 единицы, и шанс крита меньше. Слушай, но оно вроде бы все как бы поменьше. Так, давай-ка по мутациям пробежимся. 5 очков у нас аж доступно. Так, это что такое? Можно уничтожать укрытие, враги отправляются в нокаут. Это что у нас? Ближайшие враги переключаются на вас. Так, а это, усилив физические функции организма, вы можете навсегда поднять максимальный запас здоровья. Ну, давай берем. Так, за утку нашу. Так, это что такое? Решает рога двигаться на 2 хода, да? Слушай, ну я бы по хп пошел, серьезно. Так, еще 2 очка у нас есть, но их ни туда и ни сюда. Так, а тут аж 8 нужно, да, очков. Так, а это что такое? Подъем на возвышенности пешком или бегом. Ваши ножные сухожилия мутировали, став толще и крепче. Вы можете быстро и легко забираться на возвышенности без помощи лестницы. Так, ну давай возьмем, прикольно. Так, ну и... Все как бы, да? Ну и залечим давай раны. Давай залечим раны. Так, еще бы одна бы аптечка бы нам бы не помешала. Так, обычный лом берем. Так, ну это получается уже все мы. Сейчас назад, наверное, да, вернемся. Скорее всего, да, потому что... Видно тот вертолет, где мы с тобой внизу ходили. Лутались. Да, вон та, вот тут вертолет. Ну что ж тогда, дорогие друзья, давай, пожалуй, на этом моменте закончим наше с вами прохождение. Уже в следующей серии отправимся в следующую локацию. Вот в виде тоннеля. Вот сюда пойдем через шоссе, заглянем в ковчег, посмотрим новые улучшения. Ну и будем дальше все с тобой исследовать, прокачиваться. Я надеюсь, тебе понравилось прохождение. С тобой был Олег. До скорой встречи. Пока.